Всем привет! Закончили мы работу над этим лодочным моторчиком. Эта модель имеет 12 лошадиных сил. Точная дата выпуска этого мотора неизвестна. Известно лишь то, что мотор выпускался в 70-х годах. Мотор был привезен к нам из Питера в Уссурийск для косметического ремонта, то есть разборка мотора и покраска. Поставили кнопку с чекой безопасности, потому что в те времена были обычные кнопки без чеки. Сделали контроль охлаждения. Штатно контролька у мотора не предусмотрена. Контроль охлаждения можно было осуществить по сливу воды. А теперь есть контролька, как на современных лодочных моторах. У мотора изначально в комплекте идет генератор. Здесь вот такая розетка, с которой выходит переменка. И если подключить диодный мост, можно заряжать аккумулятор. В редукторе состояние подшипников и шестеренок близко к идеальному. Думали, придется менять все подшипники, но нет. Единственным нюансом было уплотнение на тяге переключения передач. Оно было изношено и при опрессовке пропускало воздух. Редуктор можно разобрать на две половинки. При этом даже не обязательно оттягивать его с Дейдвуда. На винт установлен нержавеющий шплинт и заменена гайка. Вместо такой гайки поставили гайку от Yamaha 2530. Да, вот такой забор воды вот здесь и вот здесь. В этом месте был установлен ямаховский коннектор, но мы его отсюда сняли, решили обратно не ставить, по той причине, что с ним мотор нельзя положить на этот бок, не сломав сам коннектор. Поэтому было принято решение установить сюда тахатсовский коннектор. Он сюда хорошо вписывается. Его нельзя сломать, если мотор будет лежать на боку. И мы отдадим также владельцу ответную часть, для того, чтобы он установил вместо ямаховского вот этот, на свой шланг с грушей. Вот так. Также установили сюда топливный фильтр, потому что его здесь не было. Хотя присутствует стандартное крепление. Модель называется М12А. На крышку мы наклеили наклейку 9.8 по той причине, что у Тахатсу не было модели 9.9 с таким дизайном. Была только модель 9.8 и 12. Ну и было принято решение владельцам наклеить сюда наклейку 9.8 для правдоподобности. Колпак тоже сделан под старый стиль. Все действия были согласованы с владельцем. При сборке мы постарались учесть все нюансы и устранить все недостатки. Мотор мы много раз заводили, все проверяли, все у него отлично работает, он не шумит, не перегревается. Поэтому будем его отправлять транспортной компанией. Поедет он кататься по Финскому заливу, даже как-то уже неохота отправлять. Хочется просто сидеть и любоваться. Это у нас уже второй ролик про покраску старого лодочного мотора. Первый мотор у нас был вот такой. Yamaha 12A. Тоже 12 сил. Посмотрите, если кто не видел. Работы у нас, конечно, очень много. Куча моторов. Бывают, что очереди и по 2, и по 3 недели на ремонт. Контрольный запуск.
нормально.